Game over. Всем привет, друзья, с вами Александр, и мы, ручонки, добрались до игрушки «Суицидный мужичок». Что ж, давайте посмотрим, что здесь обещает эта игрушка, и вместе познакомимся, чё кого почём. Так, старт. Стоит какой-то мужичок, где-то там в своих мыслях. Опачки, завтыкал. Пиво с пончиками. Ух ты! Телек, телек, телек! Тихо. Тихо, тихо. Эй, эй, выйти, выйти, я хочу отсюда выйти. Нет, только не это, нет. О. Ну все, капец. Воу. Пока. Жесть. Странные мечты у мужика. Однако. То есть, когда он засыпает, ему снится то, что он норовит покончить с собой. Ну, это, конечно, жесть. Обалдеть, он пьет сквозь щеку. Что это за пиво такое термоядерное? Ужас. Окей. Ну все, опять отключился. Ёшки-матрёшки. Чё такое? Внимание, опасность. Так, я в каком-то кафе придорожном, судя по всему. Ух ты. И? Нет, никакой музыки. Так. Чё это такое? Какой-то поезд. Тихо. Эй! Где мы? Помогите! О! О! Ого, какое пузо грязное! Нифига у меня мормон шатается! Ага. Обалдеть. Тыкс. Я куда-то бегу. А! Все, мой поезд ушел, да? Окей. Тыкс. Фига, музыка громко играет. Хе. Так, сюда не могу попасть. Тихо. Дайте мне сконцентрироваться. Так, видимо, мне надо на эту фигню. Какая-то серая. Ага. Что-то он не прорисованный. Странно. Так, туда я не могу пробраться. Что? Я только что на секунду бежал вместе с ним. Обалдеть. Так, ладно, глюк какой-то. Окей. Допустим. Как дальше-то куда? Вау. Тихая музыка. Ты мешаешь мне сконцентрироваться, я не пойму, что делать. Окей. Наверх я уже вылазил, только вот толку-то. Что-то не обратил раньше внимания до этого. Это как-то, да? Ух ты. Текстурку размотала. А так всякое, что такое?
Какая-то палочка. Ну ладно. В вагоне какая-то палка торчала. Да. Ух ты. Ты типа нанести удары, походу. Моргнуть. Ползти. Ладно. Я вообще не понял, ребят, что дальше делать? Что этому мужику надо? Этому несчастному суициднику. Да уж. Так, может еще есть что-то, что я упустил из виду? Ну, как вариант, что-нибудь здесь крутануть? Нет? Блин. Я остался здесь. Пока. Да, ребят. Вот тебе еще один. Жесть. Не ожидал, что еще один будет авто пробежит. Поезд. Эй, поезд, стой! О, следующий это мой. Так, окей. Я так понимаю, так и должно было быть. Циркулярка, уровень 2. Тихо. Что-то еще музыка играет, блин. Я не пролезу, я слишком толстый. Что он пишет? Подставить сюда. Тихо. Возьми отвертку. Крути. Ага. Жесть там все происходит. Ужас. Статуэточка. Бери булыжник и бросай. Куда? Ну, допустим. Вау. Окей. Фрик. Я, кажется, понял. Надо, чтобы меня раздавило. Окей. Странное пожелание, конечно, но ладно. Да, реальный чувак-суицидник. Окей. Странное у него пожелание. Это, конечно, жесть. Тихо! Клик! Клик! Боюсь предположить, как он хочет здесь умереть. Здоров. Так. Эта штука означает, что там закрыто. Добро. Окей. Опа. Клей. Тихо.
Так, понятно. Я там и не запрыгну таким макаром. Кабель должно было все пойти. Сейчас проверим. Я там что-то завел. Какие-то пару кнопок я нажал. Отлично. Да, кнопка готова. Так, отлично, ребят. Произошел вылет. Обалдеть. Ладно, повторим систему ниппель. Думаю, особого труда не составит. Тик-тик-тик. Хлобысь. О. Вот как-то так. Ага. Отлично. Икс. Поехали. Это я потренился. Клик. Ну, надеюсь, теперь клюка не будет. Тикс, тикс, тикс. О, он сам наклонился, круто. Я уж думал, мне придется все время самому его заставлять. О. Так, здесь оказывается несколько рычагов. Ё-моё. Страшно. Клик. Рано, если честно. Так. В чем-то должен быть прикол. О, вот. В чем прикол. Погоди, погоди. Вон. Самое то. Биться об солнце. Ну и самый центр, конечно, но тоже неплохо. Warning. External temperature over 3000 degrees. Кошмар. Кажись, все. Так. Золото, какой-то идол золотой. Господи, где я? Так. Если я упаду, то там, чтобы подняться. Это я уже понял. Текс. Ага. Понятно. Что не совсем понятно. Кейшки, здесь парочка головоломок. Как самоубийца. Тикс, тикс, тикс. Клик. Что такое? Ну, хватаем его. Потащили бедолагу. Тикс. Ха. Интересно. А если сундук заберу? Закроется? Да нет, вроде. Тогда ладно. Ок.
Окей, забираем его сразу. Ага. Было предсказуемо. Если честно. Тикс. Рогатка. О, господи. Ха. Интересно, во что я должен был попасть? А, там что-то есть. Кстати. Отлично. Это ключик, всяко он для сундука, я уверен. О как. Здорово, мужик. Веселый Роджер. Так, а рогатка мне, возможно, понадобится. А может и нет. О, я же говорю, понадобится. Так и знал. Деньга. Веселый Деньга. Держи. Камушки. Камушки наши все. Есть ключик. Есть дверца. А может я из-за рогатки не могу нормально прыгать, ну-ка? Нет. Видимо, мне что-то другое мешает. Опа. О, возможно, пивной живот. Клик. Весело. С булочником надо спуститься. Как все серьезно. Экс. Вот экс. Опачки. Опа. Ну все. Теперь главное только не сорваться. Это будет эпик фейл. Вау. Упс. Да. Вот это поворот, однако. Понятно. Ну ладно. Фух, что ж, дорогие друзья, пожалуй, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока. Нет. И что ж, дорогие друзья, вот такая вот, собственно, игрушка. Да, я смотрю, тут есть много уровней. Сколько? 20. Первый, 20-й, 22-й, 23-й, 24-й, да? В общем, множество уровней, везде где-то надо особым способом погибнуть. Однако, как-то так вот. Ну что ж, в принципе, прикольная такая, простенькая игрушка, не сильно замысловатая. Я думаю, каждый может поиграть в нее на досуге и повеселиться. Вот, а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, вам понравилось, не забудьте подписаться на канал. Всем пока-пока. Whoa.